Добрый день, меня зовут Татьяна, я ландшафтный дизайнер компании «Эпитафия». В этом видео мы вам покажем, как подготовить место памяти к зиме и покажем, как законсервировать розы на зиму. Здесь мы имеем парковые розы. Для того, чтобы их хорошо сохранить, мы должны их обрезать, убрать старые побеги и сделать укрытие на зиму. Наш фирменный секатор Акацуны. Обязательно удаляем сухие побеги. Обязательно убираем сухие побеги для того, чтобы они не мешали циркуляции воздуха внутри растения. На этом мы закончили обрезку растений и можем приступать к уборке. После уборки мы обязательно розы наколем. Для начала мы укрепляем опоры, которые помогут держаться нашему геотекстильному материалу. Я обращаю ваше внимание, что розы мы не обвязываем геотканью, а оставляем воздух внутри, чтобы он помогал компенсировать разность температур. Таким образом, наши розы защищены от ветра, от мороза и от всех неблагоприятных условий и перезимуют самым наилучшим образом. Вот так будет выглядеть укрытие зимой. Когда наступит весна, мы снимем укрытие, обработаем растения, подкормим их, и они будут снова радовать своим цветением все лето.